Грязь в 394-й маршрутке удивляет подписчика паблика «Регион 55». Что там говорили про дезинфекцию транспорта? Хоть бы грязь просто вымели. Дышать от пыли невозможно. И эти газелисты еще заикаются про тарифы. Лишили их серого анала. Так взвыли. В достаточно грубой форме негодует пассажир. Не устраивает? Садись в свое авто и вперед. Чисто, сухо и тепло. Ни пылинки. Ничего. Осаждают пыл в комментариях. Она не Христа ради бесплатно садится в личное авто, а в общественный транспорт и платит за это деньги. Если ИП не может организовать его работу в соответствии с требованиями, тогда претензии в его адрес вполне обоснованы со стороны пассажиров. Высказывают мнение другие подписчики. Стабильность города удивляет автора этого поста в группе «Аварийный Омск». Он сообщает, что 26 лет живет в доме 145А на 10 лет октября. И все эти годы этот участок дороги находится под водой со множеством ям, в которые проваливаются автомобили. Ладно, автомобили, но и люди не могут спокойно там пройти. Когда же там сделают водоотведение? И нормальную дорогу для автомобилей, и тротуар для пешеходов. Вопрошает Амич. Точных сроков в комментариях не называют, а лишь приводят еще примеры стабильности. 26 лет? На Волочаевской есть лужа, которая 50 лет на посту, пережив все застройки и асфальтирование. Три поколения через нее лазили. Та же ботва на перекрестке у транспортного на Маркса. Хоть ты что там делай, лужа стабильно на месте. Типичный омский юмор выглядит так, судя по посту в группе «100 необычных мест Омска». Народ, посмотрите, какого малыша я нашел. Такое ощущение, что под землю ушел. Мне кажется, у нас в Омске все стремится ко дну. А в комментариях заметили и еще один странный момент. Причем знак смотрит в противоположную сторону от дороги. Похоже, и сам переход находится уровнем ниже. Вмерзшее авто обнаружили подписчики паблика «Инцидент Омск». Старенькая иномарка стоит во дворе жилых домов. Она, кажется, всю жизнь так и будет стоять, гнить. Предполагают в комментариях, прикрепляя снимок этого автомобиля в разных погодных условиях. Президент «Авангарда» Максим Сушинский с семьей станцевал под песню «Little Big Uno». Видеозапись тут же разлетелась по омским пабликам, в том числе попала на стену «Омск ВКонтакте». В такой хате и у меня было бы настроение. Комментируют видео подписчики. А мы напоминаем, что конкурс Евровидения в этом году отменили, а на следующий год Little Big уже не смогут представлять Россию с этой же песней.